На 350 лайков под этим роликом я дам промокод на 500 активаций по 10 монет. Ну и промокод, конечно же, будет в моем телеграм-канале. Ссылка на телегу в описании. Заходи. Всем привет, это новый видос, сегодня мы на Триксе, 2000 рублей на балансе, только что пополнил их, пополнял 800 рублей, и с этих 800 рублей я смог сделать 7000, я, короче, забайтился, эти 7к слил, потом думал 5 пополнить, но 5 на киви мне не оказалось, решил пополнить двушку. Двушку закинул, сейчас попытаюсь отмазать то, что слил, и уйти какой-то плюс, ну, цель 10к, если я сейчас сделаю десятку, будет просто офигенно, погнали в мегавилл, сразу же залетим. Что буду сейчас делать, я хочу поставить, давайте сразу же зальем по 250 рублей на x5 x8 и по сотке x15 x20 и x10. Вот, отличная ставка, 800 рублей вставочку у нас улетела. Вот, кстати, последний выигрыш 7000, это вам пруф того, что я реально с 800 рублей поднял 7000. Если я забуду вставить видос, то это реально, ну, это не пиздеж. Короче, сегодня цель сделать десятку. Если сделаю десятку, будет охуенно, но только не x40, пожалуйста, только не 80x. Стой, да блять. Ну какой 80x? Ну ты чё, ёбнутый? Ну в смысле? Я же не поставил, блядь. Да чё это за хуйня? Понятно, блядь. 80x выпало, окей. Ставим еще по сотке. Если чё, до депа еще двушку, наверное. Ну это пиздец, блядь. Да какой 80x? Почему я на x40 не ставлю, блядь? Ой... Короче, ладно, сейчас попробую хотя бы до десяточки дойти. Вот еще на x40 x3 выпадает. Но это сейчас что, опять x40 выпадет? Ну не пизди. Нет, это не x40, это может быть x5. Но оно перекатывается, блять, x1 400 рублей балик. Так, я сейчас, наверное, залыню на x5 все это. Все это надо будет залынить на x5. Ну, блядь, давай только шпени додепал. Пожалуйста, выдай x5. Пожалуйста, блядь, трикик, выдай x5. Короче, это проебка, микрофон чуть вырубился, ну ладно. Короче, сейчас, наверное, двушечку закидываем, и тогда уже будем продолжать. Я хочу с этой двушки тогда уже 1020 сделать, ну не знаю, потому что замазываться вообще сегодня не хотелось бы. Так, прилетела мне моя последняя двушка, ну давай тогда, по сотке, заливаем на вот эти вот все цвета. 500 рублей вставку, давай, бля, я хочу просто 1020 вынести отсюда, и все, больше мне от тебя ничего не надо, Трикс, 20 тысяч, если вынесу больше, бля, вообще расцелую попочку админу, это будет пиздец, блядь. Ну давай, я хочу вот x40, давай повторим x40 на x2, в следующей ставке, давай, реально, x40 на x2, это, кстати, может быть x8, хорошо, x8 в плюсе, нормально. Это мы в плюс сейчас на 3 соточки. На 3 соточки мы ушли в плюс, так. Даже на 4. Даже на 4. Это с депозита, если что, говорю. Так, ну давай по сотке опять же заливаем. Я сейчас буду вот так по сотке заливать на вот эти вот все цвета, потому что вот x30 выпадает, x5, x10. Ну, x5 надо, наверное, было тоже по соточке ставить, но оставим это так. 8, 10, 15, 20, 40. Сейчас бы x20 словить. Стой, стой, стой. Ебать, 100 нахуй. Изи, блядь, изи нахуй. Десятка. Ебать. 10 косарей. Охуеть, блядь. Это всего-то по сотке, блядь. Нахуй, почему я, блядь, надо было по 150 лить. Ебать. Охуеть, смотрите, блядь. Это x100. Х100, блядь, 10к на. Вот это уже интересно, вот это уже интересно, кстати. Вот так я хочу, вот так я хочу каждую ставочку у меня на Триксе, давайте. Бля, вот это охуенно, кстати, 10 косарей с последнего почти депа. Ебать, ну, я не знаю, можно даже останавливаться, ну только, бля, еще Х5 выпадает, но я на Х5 не ставлю. Короче, я не знаю, что делать, потому что, ну, это уже нормально.
Мы, в принципе-то, уже откамбэкали то, что мы слили. Даже мы то, что мы слили, откамбэкали в 3 раза, а то, что у меня было на балансе, мы вот только сейчас откамбэкали. Но это пиздец, это реально пиздец. Трикс что-то меня удивил, прям 10к. Ну, не знаю, может быть, дальше получится дойти? Хуй знает. Ну, давай дальше попробуем. Давай до 7000. Бля, если сейчас 80 выпадет, я охуею. Если честно, реально охуею, но оно уже тут не выпадет. Тут может выпасть X15, нет, не долетает, ладно. Ну такое, такое, ладно, хорошо. Давайте до, не знаю, до 8000 тогда, или что, или до 7. Короче, давайте сейчас посмотрим. Опять же, на ускоренный вас поставлю, и дальше уже там посмотрим, что будет. Может быть, сейчас еще что-нибудь занесем. Стой, X10, хорошо, на X50, еще один заносик, красиво, бля, это пизда, 16 косарей, просто 16 косарей, ёбаный в рот, это пизда, бля, нахуя я продолжаю просто, нахуя я продолжаю это делать, я ебал, давай по 250, реально, вот пару ставочек по 250, если сейчас, блядь, что-то залетит, я просто буду в ахуе, ебать. Но мой максимальный выигрыш на 3x это 30 кс, блядь, только не говори, что это x, блядь, ну не надо, пожалуйста, только не говори, что это x8 на x400. Так, ну ладно, это не x8 на x400, сука, забайтило, ну ладно. Мой максимальный выигрыш на 3x это 30к, пацаны, кто смотрит до конца этот ролик, всем привет, всем спасибо за то, что досматриваете, но это будет охуенно, я думаю. Я думаю, это будет охуенно, я буду идти до талого. Просто 20-ку я выношу просто на изи сегодня, вот я вам отвечаю. Я зашел с целью победить этот сайт, выиграть его, нахуй, просто ограбить. Ссылочка на него, кстати, будет в описании, промокод на 250 активаций тоже. Я думаю, этот ролик будет на минут 20, ну, может, на минут 10, не знаю, посмотрим. Контент, короче, жесткий. Ну давай, бля, нам нужны иксовки, вот эти вот беспонтовые восьмерки, которые выпадают по 250 рублей, нам нахуй не нужны. Хотя нет, они тоже нам нужны. Это сколько я сейчас выиграл? Это я выиграл 2200, отлично. Ну давайте будем опять же продолжать, опять же ставлю вас на ускоренный и просто ждем заноса. Не верю, ебать, подожди нахуй. Подожди нахуй, это сколько? Чего, блядь? Чего, что? Подожди. Что, блядь, подожди. Это сколько, блядь, запись идет? 17... Ебать. Это 42 тысячи. Что, блядь? Это реально? Это возможно? Ну, это пизда. Что это нахуй? Что это, блядь, такое с триксом, пацаны? Я, блядь, не верю нахуй. Как это возможно? Пизда. Стой, давай я сейчас немного на выводы поставлю. Ебать, нахуй. Подожди. Сижу сейчас, смотрю, короче, нарезку со стрима одного. Ебать, вижу, тут такое залетает. А ну подожди, ебать. Давай немного. А, максимально 200, ебать. Почему 200? Ну ладно, давай по 200 сейчас зальем. Бля, сколько тут выводов? Они вниз хоть не улетят? А то если я сейчас... Давай десяточку поставим на выводы хотя бы. Не, какую десяточку? Пятнашечку. Ебанись, блядь. Пиздец. Стой. Тут все нормально, хоть оно вниз не улетело. Фух, нормально, еще место есть. Стоп, я еще что-то выиграл. Ебать, я еще что-то выиграл, подожди. 15x по 500, ебать. Последний выигрыш 8000, еще. А, ну да. Стоп, блядь, как это возможно, нахуй?
25 на... Не, 15 на выводе, это 47к. Ебать. Ебать. Блять, если мне этот сайт не выведет эти бабки, я просто охуею. Нет, ну я буду за эти бабки ебашить просто жестко. Так, ну давай. Пиздец, не, ну они должны вывести. Они челу 180к выводили. Я, блядь, ютубер. Как это, блядь, не выведут? Выведут, понятное дело. Так. Ладно, блядь, 31 тысяча на балике. Это чё нахуй? Давай по 500. Пиздец, блядь, у меня просто сейчас вы... Я, блядь, не знаю, как... Сука, я уже говорить даже не могу. У меня сейчас просто сердце стукает, это пизда. Охуеть, я никогда такого просто в жизни не ловил. Такие большие заносы. 120x на x40, я реально такого в жизни не ловил. Тут, блядь, я еще зашел в такой момент, когда прям x100 выпало, x50 и x120. Еще и 8 выпало. Нет, это не 8, это двойка. Ой, единица. Блядь, 45 косарей. Пиздец, это же вообще пиздец. Это реально много. Короче, давайте... Сейчас еще чуть-чуть, если я до двадцатки сливаюсь, я просто эту двадцатку ебашу на выводы и оставляем это все так, как есть, плюс 35 тысяч и вообще похуй. Пиздец, блядь, оно просто насыпает, пацаны, ебать, это что нахуй, это как вообще, блядь, как это реально, я, блядь, в ахуе сижу сейчас, я, блядь, реально сейчас сижу в ахуе, я не знаю, блядь, я уже представляю, куда я эти буду деньги тратить, но это пизда реально, это реально уже не смешно нахуй, это, блядь, это что, это 60 косарей, ебать, это, блядь, 60 косарей, ебаные 60к нахуй. Я просто не знаю, как я буду по 200 рублей выводить. Сейчас, если оно даст. Но оно не даст. Оно не даст никогда в жизни. Ебать, я бы сейчас охуел, я вам отвечаю. Я бы просто разъебал бы тут все нахуй. Ебать, 2000x, блядь. Короче, я не знаю, что дальше делать. Я, блядь, мне уже реально страшно. Потому что как я буду выводить эти бабки? Давай проверим, может что-то уже вывели. Ну это ролик пиздец, без монтажа будет, я просто буду ускорять. Можно еще немножечко понаставить выводов, но тут их и так пиздец сколько. Мне их и так будет, блять, не знаю сколько выводить, по 200 рублей. Ну бля, это жестко. Блять, может останавливаться и все, и уходить, но бля, если он выдает, то что делать? Если он реально сейчас насыпает. Если он реально насыпает, то можно продолжать с него и грабить бабки. И это походу еще x20 выпадает, да? Или нет, нет, это не x20, но это было бы уже жестко, если бы 20 выпало. Ну ладно. Короче, сейчас еще пару ставок сделаю. Ну блять, ну это же реально пиздец. Это же реально пиздец. Давай по 750 один разик. 39 700. Блять, короче, пацки, все. Сейчас пару ставочек еще и будем заканчивать, наверное. Подожди, нахуй, подожди, стой. Стой. Ебать, это сколько? Это сколько? Это 30к. Это 30к, нахуй. Это пизда. Короче, я отменил все выводы на Киви. Мне малой давал свой пиастрикс. Я выводил с одного сайта на его пиастрикс. Тут вроде бы на пиастрикс можно ставить большие выводы. Да, можно по 10к на пиастрикс. Кстати, как я и говорил, что на пиастрикс они должны вывести быстрее. Я ставлю по 10 тысяч рублей на пиастрикс. Эти деньги плюс малому. Я надеюсь, он не охуеет. И я надеюсь, что он мне на 82к мои не заскамит. Это просто пизда, пацаны. В этом ролике... Нет, не в этом ролике. Короче, в телеге я запущу какой-то конкурс для вас. Так что все выводы стоят. 82 тысячи. Охуеть. Пацаны, всем спасибо за просмотр. Скоро, может быть, будет стрим по триксу. Не знаю. Не, сейчас стримить не буду, потому что я забайчусь и отменю, и все в ебу. Короче, всем удачи, всем пока. С 2000 рублей нахуй. С 2к.